Добрый день, дорогие друзья, с вами Dookit Come World of Games. Мы сегодня с вами поговорим о том, как нам более-менее настроить игру Ирка и Волви, чтобы она нас не лагала. Вот. Не буду я долго задерживать ваше внимание, я вам кратко пробегусь, допустим, ну, покажу, как сделал я, но у меня более-менее она стала работать. Вот. Так, ну давайте сейчас перейдем в настройки. У меня потому что слабая видеовидюха, поэтому у меня тоже небольшие проблемки с данной игрой. Так, ну заходим в настройки. В первую очередь мы ставим разрешение меньше, но желательно 1280 на 720. Дальше мы ставим пользовательские настройки и ставим те настройки, подгоняем как под ваш ПК, то есть как вы считаете, как оно, какая у вас будет производительность. Допустим, высокие ставим на средние, если у вас на средний хреново, какие-то моменты убираем на низкие. Ну, ребят, вы просто поставили на ваше усмотрение, как вы считаете, что у вас более-менее будет он нормально работать. Сохранились, зашли в игру, побегали, там, я не знаю, динозавров поубивали, ну так, я грубо говоря, быстренько посмотрели, как себя ведет игра, лагает, не лагает, тормозит, не тормозит. И дальше идем настраивать. Ну, короче, таким путем. Дальше мы можем убрать качество неба чуть-чуть. Я думаю, тоже влияет на производительность игры. Также плотность детализации земли. Это качество графики, я так понимаю. Прорисовки. Также детализация, дальняя детализация земли. Это все это прорисовки, я так понимаю, обзора. Допустим, когда вы летите, видите вдалеке кого-то. Или когда плывете, видите, как у вас все вот это вот прорисовки открываются. Но я думаю, это не столь важно. Если у вас слабенький компьютер, можно их чуть-чуть и поурезать. Вот, ставим, тоже убираем. Тут просто двигаем сюда вот так вот, раз, все убрали. Дальше мы можем убрать вот здесь галочки, которые вы опять же считаете, что они вам нафиг не нужны, только у вас ухудшают работу вашего ПК в плане, ну, и вообще игры. Ну, я убрал высокое качество детализации, дальше дальность прорисовки, улучшение затемнения и что тут можно еще? Высококачественную детализацию. Опять же, мы сохранить, применить и переходим дальше. Расширенные настройки. Здесь мы пропускная способность сети, то это как у вас, вы считаете, интернет? Это тоже зависит, большую роль играет. Это интернет. Вы можете поставить среднюю, попробовать. Если нет, поставить низкую. Ну, у меня стоит на средней, по-моему, или на высокой, я не помню. Так, на высокой, наверное, стоит. Также смотрите галочки, если считаете, что это вам вообще не надо в игре, тоже мы, короче, убираем, сохранить, применить и продолжить. И смотрим, как она себя ведет. Ну, в принципе, мы, конечно, понимаем, что у нас теряется качество, я имею в виду графики, как видите, да? Ну, зато вы спокойно можете поиграть без лагов. Я думаю, если вы стримы не делаете, то вам как раз на это пойдет. Да и хотя для стримов, ну нет, наверное, все-таки сделать для стримов более-менее качественную картинку, потому что это, во-первых, будет смотреть вас зрители, и не совсем будет, наверное, им интересно, когда графика так себе. Ну что ж, на этом, наверное, я закончу свой видеообзор. Вот, кому это помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Dookit и канал World of Games. До новых встреч.